15 лет. И на нашем татами, татами номер 3, начинает встречу весовая категория, вернее, продолжает встречу весовая категория 60 килограмм. Ошибка. Ой, извиняюсь, 90. Я 90 килограмм, я встречу, смотрю, 60-ю, извиняюсь. Вот, Китаев Марк, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, и Туник Кирилл, Санкт-Петербург. Напомню, на татами 3 проходят утешительные встречи. Это группа Б. Это начало утешения. И спортсмен, который одержит победу, приблизится к спору за бронзовую медаль. Позиционную борьбу ведут за захваты партнера. Он сейчас попытку броска через спину с колен. И вышли за пределы рабочей зоны. Звучит команда МАТЭ. Ну, прошло уже больше минуты. Вот. Ну, на табло еще нули. Вот. Как бы, честно говоря, вот эту ситуацию можно оценить как фальш-атаку. Ну, что-то... Хороший вот, бросок. Вазари. Вазари, да. И спортсмен Синий Сдоги продолжает борьбу в положении Неваза в партере. И да, провел болевой прием. Да, да. То есть бросил и продолжал атаковать в положении Неваза и выиграл встречу полевым приемом. Довольно уверенно провел поединок спортсмен из Санкт-Петербурга. Всегда приятно смотреть, когда есть логическое завершение. Спортсмен завоевывает свой захват.